всем привет! Сегодня 31 марта. Проходит финал чемпионата Республики по Хараян 2024. И сегодня мы узнаем, какой самый сильный экипаж в Республике Саха-Якутия. Сегодня будет 15 карбюраторов и 15 инструкторов. Вчера у нас был отбор, и после этого сегодня вошли финальные этапы, самые сильные экипажи Республики Саха-Якутия. Так что, думаю, сегодня будет очень интересная гонка. Также у нас будет гонка для экипажей, женских экипажей. Еще будет гонка среди любителей. Там будет у нас джипы, грузаки. Ну, наверное, будет интересно. Начало соревнований, финала чемпионата Хараян 2024. Курутун билиген артын бияка келеллер, аны билиген бұхырыға бейгі келінегі барауын. Онын білуі представителін манна ғырабын көгілін. Сынаға ғырабын білуі ұлығын представителін Георгий Афанасьевич Унарымы. Бағысты баруын байқа. Thank you.
закончился первый этап для инжекторов. Сейчас мы ждем карбюраторы. Мы стоим на старте, финиш вон там. И на первом этапе экипаж Дархан получил второе место. Второе место. Первым доехали экипажи Нюрбы, навигатор, а вторым экипаж Дархан, автоклуб Барс. Огонь. Мы очень рады, потому что мои земляки заняли второе место. Очень хорошее начало. Сейчас поедут карбюраторы. У карбюраторов тоже наш экипаж из автоклуба Барс, экипаж Бедер. Там у нас поломка. Патриот остался на трассе. Ждем, пока его эвакуируют, и поедут уже карбюраторы. Молодцы! После каждого этапа вот так собирают ребят, брифинг, все объясняют до мелочей. Так что гонка проходит на высоком уровне, конечно, это так и должно быть. Это все-таки республиканский финал Хараян. Организаторы. Это ФАМС, Республики Саха-Якутия, Федерации по автомобильному спорту. Итак, ребята, сейчас у нас будет второй этап. Первый этап был на дистанции 1000 метров, а второй этап сейчас будет прямая на 2000 метров, то есть на 2 километра. Каждый экипаж поедет по своей полосе, специально подготовленной. Сначала опять поедут инжектора, за ними поедут карбюраторы. Карбюраторы поедут той же дорожкой, где прошли инжектора, то есть по уже готовой колее. Только старт у них будет отличаться, и первые 100 метров карбюраторы пойдут по целине, и потом уже попадут в колею инжекторов. А надеюсь, на этом этапе наши ребята тоже покажут класс. И будем болеть за наших ребят.
Второй этап показал нам тоже другую картину. В первом этапе наши ребята, Дархан, получил второе место. К сожалению, во втором этапе ребятам не повезло. К ним попалось место с очень глубоким снегом. То ли яма, то ли ров. Очень жаль, очень жаль. Ребят, очень хорошо ехали. У карбюраторов тоже экипаж Бедер, наши ребята, сначала тоже ехали хорошо, хорошо, хорошо. И в конце, прямо перед финишем, у них не получилось, и их догнали. Ребята вроде получили четвертое место. Тоже неплохо, тоже хорошо. А для первого раза это вообще отлично. Иннокентий Федорович, вы являетесь прародителем этих гонок Хараян. Пожалуйста, несколько слов про сегодняшние гонки. Ну, эта гонка сегодня вот в этом году проходит вот 21 год, да, уже состоялся. Как бы ребенок вырос, уже 21 год ему, моему ребенку, да, поэтому мне очень волнительно. Каждый раз я волнуюсь, как пройдет, как, что там. Автомобильный спорт вообще как-то не предусматриваешь, да, как-то, что, как пройдет. Непредсказуемость. Да. Поэтому я каждый раз волнуюсь. Я сейчас вот стою, награждение закончилось, как-то уже легко становится, как-то постепенно. А то волнуюсь. Так что вот сегодня мы открыли два новых имен. Два чемпиона у нас вышли, поэтому вчера вот на отборочном наши фавориты как-то на отбор не прошли. Это тоже интересно, карты вообще поменялись в этом чемпионате. Это потому, что новые ребята, молодые ребята выходят, и кто уже соревновался 10, более лет, как-то уже на ветеранский уровень проходят. И молодые, они дерзкие, и делают машину как-то по-другому, по-своему. Поэтому мы сегодня, я сам удивился, что такие молодые парни вышли, новые экипажи вышли. И поэтому, ну, им мои поздравления. И соревнование прошло очень таком динамичном уровне. И судейская коллегия тоже работала. Они судьи у нас со всех улусов, и помощники есть. Поэтому и спорные вопросы и решает КСК Абутоев Семен Морович. Потому что и нашим, спасибо нашим зрителям, есть без зрителей, тоже как-то не скучно бывает. И самое главное, я хочу выразить огромную благодарность нашим всем нашим партнерам, спонсорам и вот местной администрации Тенгрюцкий наслед. Все они работали, помогли, организовали. Им я хочу, нашим спонсорам, всем нашим друзьям, пожелать здоровья, крепкого здоровья, и чтобы у них все было, дела шли успешно, счастье в личной жизни и дальнейших успехов. Хараян будет, был, будет. Так что мы встретимся в 2005 году в Вилюйском Улусе. Так что, вилюйчане, ждите нас, мы приедем. Постоянно вы, вот, приезжаете ребята с Сунтар, Нирбу, да, вот в Центральный Улус. А следующий год уже карта поменяется, мы вот, в Центральный Улус весь уедет в Вилюйск. Так что, Вилюйск, 2005, встречаемся.